Всем привет, с вами Дима, Ferrum Live, и мы сегодня будем знакомиться с Asus Zenfone 4 Selfie Pro. Вот так. Для начала очень быстрая комплектация. Так у нас выглядит коробочка. Так вот она у нас открывается. Внутри нас ждет конвертик. Внутри конвертика нас ждет шпилька для изъятия лотка, а также бумажки. И поверх бумажек можно уже увидеть чехол. Чехол довольно жесткий, полиуретановый. Он отлично сидит на аппарате. В принципе, к нему никаких претензий нет. Обычный простенький чехол, но классно то, что он есть в комплекте, и потенциальному покупателю не придется искать какие-то аксессуары на первое время, в любом случае чехол есть. Внутри коробки нас ждут сетевой адаптер питания с током в 2 ампера, также гарнитура внезапно с амбушюрами, что более даже внезапно, гарнитура вакуумная у нас. В принципе, выглядит просто, я не уверен, что я буду ее даже распаковывать и слушать, потому что нету жесткой уверенности в высоком качестве этих наушников. Вот то, что амбушюры есть у нас в комплекте, это на самом-то деле очень круто. Объясняю почему. У Samsung, например, раньше была такая плохая привычка класть в комплект наушники с единственной парой амбушюр. Если вдруг у вас ушные каналы уже или шире, чем те, на которые рассчитаны эти амбушюры, наушники сразу можно выкидывать на помойку, потому что они вам не подойдут и пользоваться вы ими не будете. Хорошо, что Asus думает головой, а не какими-то другими там местами. Ну и также у нас здесь имеется обычный USB, micro-USB кабель. Почему не Type-C, спросите у Asus. Телефон у нас выглядит следующим образом. У нас цвет gold, но на самом-то деле это самый приятный gold, который я видел за последнее время. Я ненавижу цыганские вот эти вот золотые смартфоны. Этот gold, он где-то между традиционным понятием silver и gold. То есть тон у нас очень-очень слабый, цвет алюминия не сильно измененный. И как по мне, это играет аппарату только на руку, потому что, ну, мне такое цветовое решение нравится гораздо больше, чем gold в исполнении, например, Apple, ранее и многих других производителей. Сзади у нас Lecolet Pro 3, спереди у нас открылась клавиатура и что-то там еще, ну а так у нас здесь Zook Z1. Если серьезно, то в принципе в дизайне нету ничего суперинтересного, логотипчик, камера, вспышка, пластиковые разделители, кнопочки, белая лицевая панель, тонкая черная рамка по контуру экрана, вот сейчас вам ее видно плохо, вот теперь вам ее видно чуть-чуть лучше. Здесь у нас живет сканер отпечатков пальцев, ее хорошо видно. Ну и по бокам от него имеются у нас кнопки сенсорные назад и меню. Сверху светодиодный индикатор пропущенных событий, для некоторых людей это очень важно. Датчики, разговорный динамик, ну и две камеры. Одна широкоугольная, вторая обычная. И кстати, вот по поводу камер, пока я не забыл, как видите, у нас включена фронталка, я думаю, вы видите. И мы заходим сюда и видим, что она умеет писать нифига себе 4К видео, что умеет на самом-то деле на данный момент далеко не каждый флагман. А Asus Zenfone 4 Selfie Pro это на самом-то деле по меркам глобального рынка не сильно флагманское устройство, потому что здесь всего-то 625 снэп внутри установлен. Вот. И коли я заговорил о камерах, сейчас вы на своих экранах видите примеры фото, которые я наделал на этот аппарат вокруг нашего офиса. Я сделал не очень много фотографий, я их не рассматривал на большом мониторе компьютера, и поэтому комментариев по их поводу я вам дать сейчас нормальных не могу. Комментарии и подробности будут в обзоре. Сейчас у нас распаковка. Это не обзор, это не подробный видеообзор. Это просто распаковка, в которой мы собираем вопросы, в общем-то, к грядущему нашему обзору. Если вы хотите что-то эдакое спросить про этот аппарат, пишите в комментариях к данному видео, и на ваши вопросы я постараюсь в рамках обзора ответить. Что еще можно вам рассказать, показать из опыта моего скудного общения с этим гаджетом? Покажу вам Balew Antutu. Для многих это уже является ориентиром производительности данного аппарата. И сейчас вы, кстати, довольно давно, я думаю, уже можете наблюдать здесь волны, ползущие по экрану. Я просто только сейчас на них обратил внимание. Если мы выкрутим яркость на максимум, они пропадают. Если мы поставим почти на минимум, они у нас видны еще сильнее. А все почему? А потому что здесь AMOLED-экран. К сожалению, в этом дисплее не исправлен у нас косяк с тем, что при изменении яркости меняется частота мерцания, и камера наша это видит на самом-то деле отлично. Глаза человека это не видят в принципе вообще. Вот, поэтому если вы переживаете, что вы воочию будете наблюдать на этом дисплее вот это вот мракобесие, которое видит наш Lumix, то это не так, можете на этот счет не париться.
Из опыта использования краткого могу также сказать, что девайс очень тоненький, и он реально в руках ощущается изящным устройством, несмотря на то, что он достаточно большой на самом-то деле по габаритам, но толщина делает его не таким лопатообразным, что ли, кирпичеобразным, вот так будет правильно, то есть не выглядит девайс и не ощущается в руках как какая-то громадина, даже несмотря на то, что экранчик у нас довольно большой. Кстати, обратите внимание, не такие и толстые рамки по краям от дисплея, и не такая уж и толстая у нас здесь черная рамка между дисплеем и белой рамкой, в общем-то, под стеклом на лицевой панели, что тоже на самом-то деле хорошо. Напоминаю, что вы можете оставить свои вопросы в комментариях к данному ролику, я на них постараюсь ответить в рамках обзора. В описании данного ролика вас будет ждать ссылка на этот аппарат в интернет-магазине GearBest, откуда он и попал, в общем-то, к нам на тест, а также линки на кэшбэк, которые помогут вам экономить деньги на покупках в интернете. С вами был Дима, Ferrum Live, ставим лайки, подписываемся на канал и обязательно делимся этим видео с друзьями, это очень нам помогает. Спасибо всем, кто смотрел, пока!